Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь самый быстрый способ вырастить петрушку так, чтобы первые побеги появились уже через 3 часа. Петрушка – незаменимый ингредиент многих традиционных блюд. Она украшает и обогащает вкус и аромат. Это растение отличается невостребованностью к почве и неприхотливостью, растет и радует свежей зеленью до поздней осени. Растит-то она растет, но те, кто хоть однажды проращивал петрушку из семян, отмечают длительный период ее всхожести. Все дело в том, что семена петрушки, как и других растений, семейства зонтичных, укроп, морковь, сельдерей, имеют плотную оболочку и содержат большое количество эфирных масел, которые замедляют впитывание влаги. Полезный канал расскажет тебе секрет, с которым первые всходы петрушки появятся уже через 3 часа. Подогрей небольшое количество свежего молока примерно до 37 градусов, замочив в нем семена петрушки на 12 часов. Предназначенную для посева землю посыпь негашенной мелкотертой известью, перекопай. Повтори процедуру, после чего вспуши землю ручным культиватором. Семена выложи на пергамент, немного подсуши, а затем посей подготовленные бороздки. Полей водой, стараясь особо не заливать, и жди всходы. Чтобы проверить эффективность данного метода, сперва сможешь небольшую партию семян высадить на подоконнике. Кстати, известь, только уже гашеную пушонку, полезно вносить ранней весной в почву на участке, где предполагается высадка помидоров. Это предотвратит их заражение фитофторозом. Удачи тебе в огородном деле! Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.